Итак, да, всем здорово, с вами Янс. Сегодня буду играть на Пудже. А шефа тот чел взял после меня уже. Я написал ему, что я мид иду. Как бы. Надеюсь, он не пойдет ко мне на линию. Давно таких видосов не было уже. Обычных, как я раньше делал. А то все какие-то записи со стримов. Надо бы как-то разнообразить. Решил вот на Пудже покатать. О, бара. Это ПТБшка у нас. Я с фейкового аккаунта зашел. Тут, по сути, у нас керри только вот СФ. Да. Не очень такая ситуация по пику. Там у них и тракса, и бара. Так, ну... У нас, в принципе, много контроля. Стан, там стан, Атропос тоже много контроля дает. Очень так неприятно врагам будет. Попробую нормально отыграть на Пудже. В принципе, знаете, бывает так, что вообще хуки не идут, а бывает и наоборот. Все хуки в цель. Ну, не знаю, как в этом видео будет. Смотрим, некор там тапок купил, тангус. Так, я не знаю, вдвоем-то мы не убьем, наверное. Слип есть, но у него нету. А, он хочет забрать трон. Ну хер ты у меня заберешь. Я уже натаскан в этом деле. Было бы печально, если бы он на самом деле руну забрал у нас. Да, с Троксой неприятно будет стоять вообще. Пару тычек нанесла и прилично так хп потеряли уже. Блин, жалко не ФБ. Ну прикольно, мы ее подловили, очень здорово получилось. На город наших союзников напали. Так, я надеюсь, слышно меня будет хорошо. Наушники просто другие. Пить фласочку, еще ботл надо принести. Но у нас тут видно пока что, потому что крип на горке стоит. Динает еще падла такая. На город наших союзников напали враги. Подловить бы еще раз ее. Как-то попробовать. Это не просто так сделать. Пойдем сводим на рунку, посмотрим. Баунти. Странно, что бара не бегает к нам. Ты чё, блин? Вот пизда. Походу мы ее один раз подловили и больше не получится. Хук не достанет. Но она не тупая, а стоит за крипами.
Ой, блядь, сука, думал попаду. Хоть так. Я, к сожалению, здесь не выживу, Бара. Скорее всего, когда он уже бежит. Блин, опять монетка. Ну да, и в CSS. Надо бы закупиться. Отличненько. Урна есть у нас уже. Хм, повезло, кстати. Бара не бежал. Повезло. Буду собирать вот сейчас урну, доделаю, возьму транквилы, либо арканы какие-нибудь. Потом аганим, тайгер, БМ, такой вот закуп будет. Блять, это я даун, конечно. Ладно. Пиздец. Я думал, у меня ульта есть. А у меня ульты нету, я вместо ульты пизданул лук. Блять, очень глупо умер. Ладно, ничего страшного. Разок фиданули. Не страшно. На город наших союзников напали враги. Мы там убьем кого-нибудь? Давайте попробуем. Не выходи. А, блин, там Бара, господи. Живой не убьем никаким образом. На город наших союзников напали. Давай слип ему. Божечки. Слип просто, да, и все. Хотя мы бы не убили, наверное, все равно. Я что-то не понял. Нихуя себе. Почему-то у меня на 7-м левеле хупы не прокачаны. Качнул дрот на 3 раза. Пиздос. Давай, стан, блядь, чё ты тупишь? Просто застань её, Валера. Валера. Неужели застанил? Бара, наверное, будет бежать. Давно на пудже, блин, не катал. Сразу видно уже ошибки какие-то. Хук не качнул. Блять, огр, блять, фармящий. 2 саппорта. Ну, даже шейкер саппорт. Варды, походу, мне придется ставить. Так, ладно, хер с ним шейкером. Надо руну брать. Тут по-любому активная руна появится. Нихуя тут не появится. О, идеально. Руну спиздил, суициднулся и убил. Ну, блин, у них варды там. Вот смотрите, у них саппорт... А, нет, у них есть саппорт один. Ну, у нас тоже куча саппортов, но никто не хочет саппортить. Ну, ладно. Мы же не гордые, купим все сами.
Да. Почему-то у врагов саппорты варды хоть ставят. У нас почему-то саппортов много. И результата ноль. Блин, некрас был, нифига себе. Отлично. Ну, в целом, начало неплохое, но я там ошибался. Качнул не то. Потом Атраксы умер очень глупо. Ну, я там нафейлил. Так, ладно, вот сюда варп поставлю. На топе, может, кого-нибудь убьем. Давай попробуем обойти. Нормально. Не буду тратить урну на шефа, пускай на базу идет. Какой-то закуп у него странно, мне не нравится. А. Блять, я еще, да, тут сдохну. Ну, я суициднулся, его добьет. Отлично. Два раза уже суициднулся. Блин, так тут Йоул хорошо смотрится вообще, против Факсы, против Траксы стало снимать, против Бары, против ульты вот этого пацана, очень хорошо Йоул смотрится. И не только против ульты, еще против Глимера. Можно заюлиться и остаться на месте. Может быть после Аганима, там после Даггера сделаю Йоул. Блин, Акс там вообще доминирует. Сон, дай ему, божечки, божечки. Я его поймать не могу, да? Здорово, блядь. Соло гангую, сон даже не дал. Просто сон не дал. На город наших союзников напали враги. На город наших союзников напали враги. Хорош. У инвизик еще. Сейчас мы реализуем, попробуем инвиз. Так, ну тут вард у них, так что я типа на Рошане. Типа вот такую вот штуку сделаю. Враги будут думать, что я на Рошане, если, конечно, меня здесь видно. И пойдем попробуем еще раз Трала убить. Потому что только его мы видим на карте. Больше мы не видим никого. Подождем, не будем спешить. Как он подойдет, мы ультанем. А то хукнуть еще. Ладно, похер, хукнем. Слишком легко он стоял так. Мега килл, хорош. Я думаю, сразу Аганим сделаю без спойнт. Ой, без даггера. Ну, даггер будет, но позднее. Типа, если быстрый Аганим сделать, то мы вообще много очень урона будем сносить с Аганим. Ну, теперь они, наверное, все в лесу фармят. Так, вот у нас кто-то появился. Так, давайте я смоки прожму. Блин, как же она стоит-то неудобно. О, баратрумчик. Ты куда, мадемуазель? Mm-hmm.
Вообще идеально получилось. Ну, блядь, пожалуйста, суициднись. Нет, забрали стрик наш. Сука. Я бы, кстати, добил его вурной. Ну ладно. Ну ладно, и так нормально. Лад пишет. Ну, не я, хвост. Хвост у нас этот, Атроп. О, Атроп и Дагер. Блин. Надеюсь, он не будет пассивно играть. Атропам надо очень как-то на карте много грязи делать. Блин, ну у меня деньги на дагер есть. Ладно, куплю дагер. Чего ж. Ну, не стиль. О, хорош. Блять, он заебал. Как убить не могу. Спирит Брейкер ливанул. Хорош. Мы тут тупо экшен такой создаем на карте. Ну блин, мы сдохли, это не круто, конечно. Эх, ой, Акс не успел ультануть, хорош. Блин, Акс 5 на 2 счет напрягает. Бара тоже, в принципе, было до времени все неплохо. Хотя он мид даже не прибежал ни разу. Дуринда. Он бы поубивал бы нормально. Типа, прибегает Бара, да, станет. Меня еще Тракса салом накормит. Я вообще никак не выживаю. Ну, что-то вот не бегал парень. Ну, ладно. Нам же лучше. Повардим мы пуч, нам надо все видеть. В лесок, наверное, повардим. Вражеский. Блять, он еще и выживет. Эх. Ну видите, у него БМ. С БМом мне крайне непросто убить. Был бы аганим, было бы легче. О, Тракса идет. Вардить. Хотя на самом деле, наверное, зря я хукнул в этот БМ. Очень зря, блять, это получается ошибка. Да я думал, он пропадет. Либо я не знаю. Нет, я вроде хукнул в БМ. Пиздец, блять. Хукнул в БМ и сдох. Как рак, бля, ебать, как рак захрели. Я мог просто блинкнуться. Он же БМ сразу нажал. Я мог просто за ним идти. А как БМ бы кончился, я бы его вот сожрал. Блять, ошибка. Что-то фейлю я сегодня знатно так. Да, ошибка была. Бара, блин. Ой, этот СФ бедный. Линку против бара покупает, а бара ливнул. Бля, что-то, блин, вообще фейлю сегодня. Давно в дотку не играл уже. Огр убивает Акша. Огр тоже БМчик прикупился. Блин, надо отомстить этому некру. Сейчас вот эту пачечку зафармим. Еще весь лес зафармил. Ой, завардим там еще. Да ты тупое существо, блядь!
как же меня бесит хуйсосы эти. Не хватает маны. И, блядь, где вот? Он сейчас осилит же, смотрите. А, не, не осилил. Только не у меня, блядь. Сука, падла. Ну вот, чё вот он не дал мне хукнуть? Сейчас сдохнет. Или стан у него будет. Давай, застань его. Всё, говорит, нормально. Блядь, он мне не дал хукнуть. Бежит, блядь, прямо вот посюда. Хотя я, блин, канулся. Он, блядь, не мог, конечно, ожидать такого. Один даггер у нас только. Что-то не очень. Умирать часто стали. Сейчас попробуем убить этого пацанчика. Фух, повезло. Успели. Блин, у меня бы пораньше было гонимо, если бы мне не пришлось в орды здесь ставить. Но никто же не ставит, если никто не ставит, надо сами этим заниматься. Киллинг спри у кого-то там. А, вот ропасы наши. О, Тракса, ее надо попробовать убить, сейчас скоро прилетит. Блин, она убежала, падла. О, нифига себе, у меня 80% попаданий хуками, прикиньте. Я еще и неплохо оказываюсь. Ого, не крадик, не-не-не, я к нему тоже не пойду. Вот куплю я аганим, тогда буду его пытаться убить. Так, ну я не знаю, я жду кого-нибудь. Никого нету. Блин, на самом деле вот так вот ждать, это только время проебать. Ага, тут у нас есть на миде. Здравствуйте. Но в этот раз, блять, мы его не убьем. Нет, убьем. Он потратил глимс этот свой. Да, он потратил. А, он в крипа, видимо, кинул глимс. Повезло нам тут. Сейчас к Траксе сходим. На город наших союзников напали враги. Сейчас подловить надо, подловить. Сейчас она встанет, будет пить. Ну, они любят стилить, падлы такие. Стильнул фраг. Бегай без куры теперь. Хуесос. Блять, негр там доминирует. Сейчас нам чуть-чуть догоним. Блять, бедняга. Блять, ну ты-то откуда взялся? Пиздец. Ну, подсейвили пацана. Так бы убил бы опять его. На город наших союзников напали враги. Шейкер вард поставил. Хорошо. Ну, у него главное даггер есть, теперь он может насаппортить как-то.
Может сдохнуть сейчас Огр, но он бежит за фрагом. Фраг же надо сделать. Все, минус Огр. Сейчас Некр подойдет. Не, мне надо гоним срочно дофармить. Стилил у меня фраг, получаю пизды. Свежее мясо. Не знаю, чего Аксис так далеко зашел, видимо, вардец хотел поставить. Блять, вот я его одного, конечно. У него я гоним еще появился. Давай, чё. Ага, понял. На город наши сайты. Блять, ну пошел ты нахуй. Не хотел его убить. Сука. На город наших союзников напали враги. Ульта для пидорков, походу. А, как кулдаун. Да не, он слишком жирный там. На город наших союзников напали враги. У СФ есть линка пермарка, хотя против Некра тоже линка хорош. Он сразу и против Бары, и против Некра собирал. Блин, бусера не хватает. Офигеть, Некра убили. Ну его только толпой, блин, убивать. Ой, блядь. Да, все, он нужен на базе там. Того Огр, блин, не понимает то, что просто стан, да, и отойди, я хукну. Нет, он лезет прямо. Как мне хукать-то? Пиздаем походу обоим там. Неганимчик скоро должен подъехать.
Блин, если б некар побежал дальше. Крипы, блин, конечно же. Со шейкером бегут, никак не отстанут. Сейчас еще и атропа со спаленкой. До конца прям бегут. Бля, хуйня. Ну хоть так убил. Да я даже не хочу, не, я даже не буду пытаться одного цепануть только в толпу его и все. Сразу подарочек такой. Не, с тобой я разговаривать не буду. Пизду тебя, блять. Не, не край, я даже не буду пытаться. Еще бара прибежит этот ливнувший. Еще, может, найдем кого-нибудь. Вардов нету. Наши воины вступили в бой. Бля, у него скоро Тараска еще появится. Хуя, что с ним делать? Походу линку надо. Не надо, а придется линку, чтобы он не ультовал нас хотя бы. Бля, ну меня тут видно, да? Ну хорош, я суициднулся. Пиздец. Видимо, видно, меня там было. Бля, у меня что, самый высокий левел? А, ну вот только не у Некра самый высокий. Выкупаться, ой, воскрешаться слишком долго. Не, Некра, вы даже не пытайтесь убить в пизду. У него там Тараска еще. Его тупо в пятером надо убивать. И то, что ПСФ в него ультил, я в него ультил. Варды в КД, кто у них? А, шейкер купил. Как он ему сбил линку? Урной, что ли? Ну да, получается, урной сбил. Хотя урной вроде не сбивает. Понятно. Отлично. А вот это я себе заберу. Надо пушить. Сука, там некар. На город наших союзников напали враги. Где-то бегает некор тут. Или он ТП-шнулся? Ладно, похер. Надо ТП-шку себе тоже принести.
На город наших союзников напали враги. Да, ёбаный крип. Блять, сразу-то нельзя было. Ой, блять, все через жопу. На город наших союзников напали враги. Ну они там все резнулись, мы вдвоем остались. Бежали, блять, все. Ясно. Да пидорские крипы, блядь! Ну заебись. Не, ну блядь, СФ, конечно. Одна линка. Да. Их четверо, мы пизды получаем. Все, блядь, разбежались. Нас пятеро, их четверо, мы убегаем. Ну хотя, да, убегаем. СФ артов нету. Сейчас и СФ сдохнет. Хотя у этого ульты нету, у Некра вряд ли сдохнет. На город наших союзников напали враги. Лат стоит. Пишет лат. Бля, СФ, конечно, пар там вообще нихера нет. Некра убить, хорош. ГЖ. Убили Некра. СФ, блядь, больше пиздит, чем играет. Ой, хорош, красава. Аганим подъехал на огре. Тоже замечательно. Так, я, пожалуй, БМ сделаю себе. Тут Тракса под салом. Нарезает. Ну, хуки. Вроде... А, уже хуйня. Уже 54%. До поры до времени хуковал хорошо потом. Так себя уже. Так, крипы блядские, вы видели, сколько раз они мне мешали? Это же вообще жесть. Да не стой ты передо мной. Я буду рыбачить. Сейчас, может, кого-нибудь поймаю. Поймал. Ну, надо ломать мид. Алло, парни, парни, мид ломать. К сожалению, не выхожу я отсюда, ульты нету. Ой, блять, Акса откуда там взялся? Я постою тут, потом как-нибудь пройду.
так вот пробегу. Ну некр байбекнулся и все, проблема. Сейчас тарасочку надо сделать. Ботл продать уже не нужен. Блин, пошел бы дальше Акс. Умер бы. Пожалуйста, давай, иди фарми Акс, что ты не фармишь? Вон сколько фарма стоит. Ладно, хер с ним, сам зафармлю. Блять, ну это пиздец. Как же у его ульта сносит? Почему именно по мне? Ну ладно, ребята тут выиграли, некро долго не будет. Да, я получил пизды, конечно, от некро. Дебил, не идет мид. Реально, такой кретин на СФ. Сосать, сосать, пишет. Играть не умеет, долбоёб. Вообще игру не понимает. Ребята тут стараются выиграть на игру, пушит, а он ерундой страдает просто. Давай этого хоть убей. И все. Блять. СФ, конечно, вообще. Но у нас по факту тоже четверо. Шесть от СФ толку нету. А это наш единственный керри. Единственный керри. Но у нас контроля зато много. Хоть это радует. Контроля много. Ну я до Тараски пофармлю, пожалуй. Урну я пока продавать не буду, урна сбивает даггеры с Аксу. Чтоб он не даггернулся там. Кину ему урну. Если вы считаете тоже Сефа придурком, то ставьте лайк. Ой, не нахер. С этим я лучше не буду драться. Пизду, это у некро, некро опасный. Ну, вдвоем можно. Го-го.
Мне чуть-чуть монет, блин, до Аганима. Ой, до Тараски. Блять, я какую-то хуйню купил. Ну заебись. Вместо Виталити бустера купил поинт бустер. Но это из-за драки. Я тут Аксу убивал. Немножечко нафейлил опять. Пиздец, сколько я ошибок наделал в этой игре. Но тем не менее, у меня счет хороший, 23 на 11. Я считаю то, что даже несмотря на мои ошибки, сыграл я довольно-таки неплохо. Но ошибки у всех бывают, что поделать. Надо, конечно, стремиться к идеальной игре, чтобы вообще без ошибок. Но это очень сложно. Да, ошибок было многовато тут. О, заебись. Блять, ну, мне не дают хукнуть сами же союзники. Видели, хороший прямой хук летел, но Атропос решил прикрыться. Пять тысяч хп, все как надо. Да, я шеф затащил, пишет. Пять шестьсот у меня уже. Мне вообще похеру, смотрите. Меня бьет вышка, мне похеру. Мне регена больше, чем у меня вышки будет. Пацаны на стиле. На стиле, пацаны. В целом неплохо получилось катнуть на ПЖ, но ошибок было предостаточно. Но куда же без них. Ладно, ребятки. Если вам понравилась игра, ставьте лайки. Не понравилось — дизлайки. В принципе, Некор заставил понервничать. Ну а с вами был Янс. Увидимся в новых видео. Пока.